Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня, спортивна громада! Доброго дня, каратешна громада! Сьогодні ми знімаємо в нашій рубриці про карате дуже цікаве інтерв'ю з людиною, яка дійсно викликає повагу своєю, по-перше, громадянською позицією. По-друге, це дуже якісний, хороший тренер із Білорусі, який зараз знаходиться в Польщі. Ну, ми про це розкажемо детально в даному інтерв'ю. Віталій, добрий день. Це Віталій Рак, відомий білоруський тренер. Віталій, перше запитання від нас. От скажи мені, будь ласка, чому ти зараз знаходишся в Польщі? І ще цікава дуже історія з тим клубом, якого дискваліфікували, скажімо, білоруська влада. От розкажи, будь ласка, як взагалі це все відбувалось, тому що для нашого соціуму це дуже цікаво зараз. Да, я думаю, що українцям навіть буде складно зрозуміти цю ситуацію. Но это на самом деле ситуация не рядовая. То есть таких прецедентов их множество в Беларуси. И на самом деле я до сих пор не понимаю, почему получилось так, что я только сейчас оказался в Польше или где-то не в Беларуси, или почему, скажем, это не случилось все раньше. То есть для меня загадка до сих пор. Я думаю, что я узнаю это когда-то. Вот, но на самом деле все должно было произойти намного раньше. То есть я выехал из Беларуси 3 января 2022 года, сразу после Нового года. Наш клуб не стал каким-то единичным случаем. Всего было закрыто более 300 общественных организаций, более 300, спортивных как минимум 50. Почему я оказался за пределами Беларуси? Потому что ситуация пришла логично к той точке, когда у меня было три пути только. Первый – это сесть в тюрьму, второй – уйти в подполье в Беларуси, то есть это сесть на конспиративную квартиру с левым телефоном, ну и там сидеть и ждать, когда ситуация повернется в какую-то сторону, качнется, когда можно будет выходить. Вот. И, ну и третье – это выехать из страны. Я выбрал третий вариант, потому что сидеть в белорусской тюрьме, это, наверное, в любой тюрьме сидеть не очень хорошо. А в белорусской тюрьме сидеть хуже еще в несколько раз, потому что, во-первых, в моем случае ты сидишь ни за что, просто ни за что. А во-вторых, тебя там еще пытают. То есть у нас все, кто имеет отношение к протесту в Беларуси, они не просто сидят, они находятся постоянно под пытками. То есть это создаются невыносимые условия для жизни. То есть ты не просто сидишь, а тебя еще мучают. Это постоянное помещение в карцер, в ШИЗО, лишение всего абсолютно. Помещение там, в камеры с контингентом, скажем так, находящихся на нижних социальных уровнях тюремной иерархии, что впоследствии влечет проблемы у тебя дальше, где ты будешь. Лишение корреспонденции, лишение посылок, там, пытки голодом. То есть, ну там, при желании, по сути, люди получают полную власть над тобой, они могут делать, что хотят, им дана конкретная установка. Делать так, чтобы тебе сиделось очень плохо. Я не в курсе, какое законодательство в Украине, но в Беларуси, если ты попал в тюрьму, при желании тебя там можно держать любое время, которое захочется. Там есть статья за нарушение правил внутреннего распорядка, по которой можно, когда твой срок подходит к концу, докидывать тебе еще год, в конце этого года еще год, два года. То есть и попав в тюрьму, грубо говоря, на полгода, ты там можешь остаться пожизненно, если на это будет желание там, определенных людей. Вот. Поэтому было принято мной решение выехать. Но я сейчас убедился, что оно было правильно. Вот. А по поводу ликвидации клуба, то есть схема была простая, то есть было направлено, нам пришло письмо предоставить всю документацию за наш срок работы клуба с целью проверки ее. И, то есть, и сразу стало понятно, для чего делается проверка. Вот. Мы ничего не успели предоставить еще, как пришло следующее письмо, уже нам письмо приходит на абонентский ящик на почте. То есть мы забираем его раз в две недели, туда ходит человек и проверяет. То есть мы как раз попали, что письмо уже там пролежало две недели. И к тому моменту, как он пришел, уже пришло следующее письмо, что уже ничего не надо, уже приходите сразу в суд. И исковое заявление, в котором было указано претензии, которые предъявляются к организации. То есть это
там, поддержка протестной активности, принятие политических заявлений. И такие там вещи были указаны, как достоверно установлено, что руководство и члены клуба обсуждали в экстремистских чатах физическую ликвидацию представителей власти, милиционеров, судей и так далее. То есть, как мне сказал там один человек, которому это рассказал, достаточно опытный в этих делах, он сказал мне: ты сейчас только что прочитал свое уголовное дело. По сути, люди сказали, что вот там мы готовили убийство, да, в этом нас обвинили, закрыли организацию. Можно было с таким же успехом сказать, что мы там ели детей там, или там, не знаю, били старушек на улице. То есть доказательств абсолютно никаких, но, естественно, суд это решение принял сразу же, там, не заморачиваясь там какими-то доказательствами и так далее. Мы ничего не оспаривали, потому что понятно, что это бесполезно. И, ну, это просто как бы такая процедура суду в Беларуси по таким делам, это просто формальность. Я думаю, что в Беларуси зараз по будь-яких справах це просто формальність. Віталій, скажи мені, будь ласка, от як ти зараз ставишся до того, що зараз відбувається в нашій країні, в Україні, про війну, про напад на нас расистів? Мені це дуже глибоко вивело з рівновесія душевного. Тобто я це восприйняв як свою якусь личну трагедію, да, тому що, во-первых, косвенно моя страна в цьому замішана. Не косвенно, а прямо моя страна в этом замешана. Но ты понимаешь, она по сути оккупирована сейчас. То есть Беларусь, вот я общался с многими украинцами в интернете и здесь вот в Польше, не все понимают, они воспринимают Беларусь как какой-то самостоятельный субъект политики. И говорят, что вот вы там стреляете, вы нападаете. На самом деле Беларусь сейчас надо воспринимать как захваченные территории Украины, точно так же, вот как ДНР, ЛНР. Вот ее статус примерно такой же. То есть там как украинцы, которые остались на оккупированных территориях, они не могут там захватить оружие и начать там какое-то восстание. Да, точно такая же ситуация примерно в Беларуси. Я даже среди там, известных мне немногочисленных адептов там власти, да, войну поддерживают вот буквально единицы. То есть поэтому я воспринял это с болью, конечно, потому что еще у меня много знакомых, друзей в Украине. У меня много учеников моих в Украине сейчас находится. Тех людей, которых на определенных этапах в их жизни я занимался их подготовкой физической. В чем, кстати, тоже меня обвинили, там, что я готовил боевиков для войны в Украине, ну, на украинской стороне. Еще до официального закрытия клуба, я не знаю, я думаю, что сотрудники комитета госбезопасности приходили в администрации районов, где были залы, потому что еще до официального закрытия клуба собирали директоров школ, где были залы клуба. Им говорили, что с организацией это нужно немедленно прекращать сотрудничество, потому что они готовят боевиков для конкретно в АЗОВ. Вот, поэтому мои ученики действительно есть в Украине сейчас, и они многие в добровольческих подразделениях сражаются за Украину. Но тут надо понимать, что мы занимались спортом именно, карате, то есть то, что они и действительно, и еще начиная с 2014 года, те люди, которые в какой-то момент своей жизни были потренировались под моим руководством, они по своим внутренним убеждениям поехали в Украину и стали на сторону украинского братского народа, стали помогать сопротивляться внешней агрессии и защищать Украину с оружием в руках. Да? И, но это был их личный выбор, то есть не было такой подготовки, то есть я не набирал людей и не вербовал их ехать на Украину, не агитировал. Мы не занимались боевой подготовкой, мы занимались карате. То есть, наверное, в какой-то мере я повлиял своим воспитанием на их мировоззрение, но это было решение взрослых людей. Они могли поехать в Украину, могли поехать в Зимбабве или могли, не знаю, поехать в Аргентину или лежать на пляже. Они выбрали такой путь. То есть я его не осуждаю, я их поддерживаю. Вот, в их стремлении за свои какие-то убеждения идти до конца и помогать братьям. То есть я... Но того, в чем обвинили, там, это конкретно подготовка наемников.
То есть этого, естественно, не было. И вот, ну, почему еще я воспринял эту войну? Потому что там так близко к себе, потому что много людей моих, которых я знаю достаточно хорошо, которые, опять, ну, моих учеников, которых я могу звать своими учениками, они сейчас находятся там и рискуют жизнью, участвуют в боевых действиях. То есть и вот там первые дни войны, когда была вообще там тяжелая очень ситуация, ну, приходили мне такие сообщения, что, ну, все, Иваныч, пока у нас, походу, последний бой. То есть это было очень тяжело, то есть, ну, по сути, ну, как ноги подкашивались. Вот ты понимаешь, что твои ребята где-то сидят там в окопе, и на них танки едут, а ты сидишь в Польше. Да, и у меня такая ситуация появилась, что, ну, получилось, что, скажем, первый у меня позыв был вообще бросить все и поехать тоже туда. Вот, но у меня так получилось, что за два дня до начала войны, 22 февраля, я подал документы на... Потому что мне надо было как-то легализоваться здесь и, ну, понимать уже, как двигаться дальше. Я подал документы на международную защиту. То есть вступил в процесс международной защиты. Меня забрали паспорт, у меня сейчас... временное свидетельство иностранца, то есть я, по сути, я не имею права никуда выезжать за пределы Польши, то есть я могу перемещаться только в этот предел. Вот. Ну и потом, опять же, тут добавилась семья, приехала, и надо помогать им устраиваться. Короче, сейчас пока что это откладывается момент, вот. Но переживаю я там, ну, на связи с ребятами, помогаю белорусским добровольцам. А также вышел со мной на связь ваш президент Федерации Сергей, бывший Сергей Левчук. То есть большое ему спасибо, потому что он, скажем, сразу, очень быстро и оперативно помог то, что ребятам было необходимо там на данный момент. Он очень много полезных вещей им предоставил и сказал обращаться в дальнейшем. Также вот уже когда после выезда из Беларуси я был в Киеве, делал гуманитарную визу польскую, был принят радушно в клубе «Чемпион» киевском у Максима Немежицкого, который сейчас тоже с оружием в руках защищает свою родину. Вот. И, ну, за него тоже переживаю. Ну, как-то вот меня очень тепло там приняли. Так, мы с Максимом знакомы давно уже, но вот так практически каждый день я у них был в клубе. И, ну, как-то тоже они мне стали родными в каком-то... в какой-то мере, тоже вот слежу за ним и за него волнуюсь. Ну скажи мне, вот в нас федерація взагалі, і, скажімо, і колишній президент федерації Сергій Левчук, і теперішній президент федерації Іван Дучак, у нас працює величезний волонтерський такий хаб цілий, да, ми допомагаємо до всій Україні. Це у Львові зараз знаходиться, ми всі працюємо, всі погружені в ті процеси. Да, я слежу за этим, я это тоже хочу отметить, что в Украине, то есть, либо воюют люди, либо волонтерят, то есть, никто как бы не остается в стороне из тех, кого я знаю, да, вот я смотрю за каратистами, за теми же, ну, уже на многих подписан в соцсетях, і все це в ленті мелькає, да, то есть я это вижу. У нас насправді всі в процесі. І коли відбулася така ситуація, от що, до речі, до наступного питання потихеньку підходимо. Позиція Сергія Левчука, це члена виконкому Європейської федерації карате, Івана Дучака, президента федерації. Це було звернення до ЕКФ про відсторонення спортсменів Російської Федерації, рашистів ми їх називаємо, і спортсменів Республіки Білорусь. від офіційних змагань. І дякуючи Міжнародній Федерації, вона підтримала це. Як ти взагалі до цього ставишся? Правильно чи неправильно? Конечно, правильно, потому что я не могу говорить за русских, потому что я не знаю сборную, я не знаю этих людей. Ну, вообще, как-то так получилось, что я никогда с ними особо не общался. Хотя... вроде бы, как раньше считалось, там, братские народы, да, то есть, ну, как-то в ту сторону я не любил ни на соревнования ездить, ни, как-то у меня не было там, есть люди, с которыми я там общаюсь, но они не русские, да, этнически, вот, ну, как-то так получилось, я не знаю, я не выбирал их так, ну, вот как-то совпало, я не буду говорить сейчас этого человека называть, потому что, чтобы ему не навредить,
мало ли там что с ним потом сделают, за то, что он мой друг. Что касается белорусской команды, то мое мнение такое, что касается взрослой сборной. Я вообще считаю, что эти люди не безотносительно мнение там, Сергея Левчука и Украинской Федерации карате. По моему личному мнению, они не тренерский состав, не спортсмены. Они не имеют права представлять Республику Беларусь по морально-этическим соображениям где-либо вообще. Потому что они промолчали в 2020 году все, когда унижали, убивали их народ. По сути, у нас в 2020 году происходила маленькая микро-уменьшенная копия того, что сейчас происходит у вас. Только у нас это делал наши же собственные, скажем, народ, да, наши собственные милиционеры, там, войска, когда, допустим, ну, я проведу параллель, чтобы вам было более понятно, когда сейчас у вас бомбят города и говорят, что это вы сами их бомбите, да, когда у нас вышел человек с расставленными в сторону руками, и его расстреляли просто, просто всадили ему пулю в грудину и убили на улице. Это видели сотни людей. И сказали, что он сам бросал взрывное устройство, оно взорвалось у него в руках. Хотя есть видео с многих ракурсов, есть сотни свидетелей. Потом, когда у нас там убили во дворе человека за то, что он защищал символику национальную, когда приехали снимать там бело-красно-белые ленточки во двор, он просто вышел спросить, ну, что вы делаете там. Ну, такие у нас были зондеркоманды, которые ездили под охраной ОМОНа. Его просто забили до смерти, у него же во дворе. А потом сказали везде, что он был пьяный и приставал. Да, то есть убивают одних и делают их же виноватыми. Да, вот как вас сейчас бомбят и говорят, что вы фашисты, или вы сами бомбите. Да? Вот, то же самое происходило у нас. И вот в этой ситуации эти люди, никто из них не занял позицию, не высказал своего мнения. И еще раз, все, что я сегодня говорю, это мое только мнение. Я не претендую на звание какого-то эксперта там, или истинной последней инстанции. По моему мнению, они не достойны представлять Беларусь на международной арене, потому что они предали свой народ. Они не сказали ничего, они не возмутились. Они там, не обязательно было там, не знаю, брать дубину и идти совершить возмездие, да? Завезли свою позицию просто, что мы против этого. Они делали все вид, что ничего не происходит. Точно так же они ведут себя сейчас, когда с их территории там, ну, летят ракеты, заходят войска, они делают вид, что ничего не происходит, и никак не высказываются. Я запустил такую инициативу сразу после начала войны, обратился к белорусскому карате-сообществу. Было понятно, что нас отстранят, страну, да? То есть не с целью, как бы, чтобы этого не делали, а с целью показать украинцам и миру, что белорусы, именно вот та часть, социальная группа, которой я принадлежу, я часть белорусского карате-сообщества, да? Что мы не поддерживаем это, что это не наше мнение, что мы против войны, против агрессии в сторону Украины. И из этих людей, которые тренируют сборную и находятся в сборной, никто не... Там было письмо, текст письма, его можно найти у меня в соцсетях, кому интересно. Там не было чего-то против власти, там не было каких-то призывов к ответному насилию. Там просто вот конкретное антивоенное письмо против войны, против агрессии, за поддержку Украины. А что касается именно какого-то международного права, то здесь тоже все просто. То есть нарушение, имело место нарушение Олимпийской хартии. То есть война началась во время Паралимпиады. И со времен античности на время Олимпиад отменялись все войны. То есть это были попраны все эти принципы, которые существуют уже веками и соблюдаются. То есть это другой момент. Дальше моральный аспект. Это украинцы сейчас не могут участвовать, подготовиться нормально, да, потому что им бомбят города. А люди, которые это делают, они хотят выступать где-то. Ну, то есть в то время, как те, кого не бомбят, вынуждены там хоронить своих близких, воевать, бегать. Тренер малонациональной сборной молодежной Украины бегает с автоматом и отвоевывает свою землю. А вы в это время хотите ездить на чемпионаты мира и Европы. У меня есть информация, что говорят... Ну, нашим спортсменам, да, что там санкции несправедливые, они предвзятые, это спорт вне политики.
То есть, ну, когда за гражданскую позицию закрывают клубы спортивные или тренера там вынуждены убегать из страны, чтобы не сесть в тюрьму, то спорт в политике. А когда их коснулось, хотя ну, это несравнимо, скажем, их деяния, да, и мои, скажем, например, да, то спорт уже вне политики сразу. Поэтому я считаю абсолютно справедливо, и даже если бы этого не произошло, если бы их не отстранили, я просто не представляю, как бы они могли быть на соревнованиях, какое бы было к ним отношение. Если бы я был в Беларуси, был тренером, я бы сам не отпустил своих спортсменов туда выступать. Ну, просто даже из соображения безопасности. Поэтому мое мнение, что отстранение правильное и оно обоснованное. То есть я бы не понял ВКФ, если бы этого не произошло. Я бы не понял Всемирную Федерацию, если бы они это не сделали. Ну, я хотел бы чуть-чуть добавить в плане того, что, дивись, вот я вот... Спорт вне політики, так? Є таке розуміння. Але я чесно тобі скажу, по моїм спостереженням, чисто моїм спостереженням, я би дуже хотів, і це правильно, щоб спорт був вне політики. Але, власне, спорт втягують в політику якраз рашисти. І завжди це робили. Вони завжди втягували політику в спорт. Да, да. Смотри, ще, Антон, така тема, що спорт вне політики. Это очень много говорили у нас в 2020 году, спорт вне политики. Но я считаю, что политика – это прения политических партий, там, соревнования каких-то политических программ, там, гонки кандидатов предвыборные. А когда людей расстреливают на улице или насилуют в СИЗО, или забивают до смерти во дворе собственного дома, или тем более бомбят бомбами, убивают детей – это ни хрена не политика. Убийство детей – это не политика. Да. То есть, поэтому, да вообще убийство людей любых, людей убивать – это плохо. Ну, поэтому, если они не пришли убить тебя, конечно. Убивать врага, который пришел в твою землю с оружием – это не убийство. Это даже не грех, это даже не грех. Да, вот. А когда забивают человека за ленточки во дворе – или расстреливают на улицах его города, куда он вышел, просто высказать свое мнение, да, и не имел при себе ни оружия, ничего. Или когда там разбомбили Харьков, там стерли с лица земли Мариуполь, то это не политика. Это не политика. Поэтому... Віталік, а скажи мене, от ще є таке запитання до тебе. От є у вас новий президент Федерації, та? Я з ним особливо не знайомий, але от взагалі от, мені скинули одну фотку, де в президента Федерації, в чиновника, білоруського чиновника, в кабінеті портрет президента РФ. Це взагалі нормально? Ну, опять же, як... физическое лицо, да, он может иметь портрет кого угодно, у себя хоть Чикатило. Вот, как, опять же, это мое мнение, оно, естественно, расходится с мнением там, белорусской власти сегодняшней, потому что иначе я бы не был здесь, где я нахожусь. Но я удивился, когда я это увидел. Я видел тоже эту фотографию. Вот, и она, эта фотография не какая-то из закрытых источников, она из средств массовой информации. То есть эту же информацию знают и наши органы госбезопасности. Но на месте наших органов госбезопасности я бы ну, так, заинтересовался, как минимум. Почему? Чтобы вы понимали, это чиновник достаточно высокого уровня. Это на данный момент министр торговли Республики Беларусь. На момент вступления в должность председателя Федерации он был замминистра сельского хозяйства. Вот. Почему у члена правительства страны в кабинете висит портрет президента другой страны? Ну, это как минимум странно. Это должно заинтересовать, мне кажется, органы госбезопасности. Но они заняты сейчас больше... Ну, наверное, такими, как я, чем вот такими, как наш председатель Федерации. Вот. Но на самом деле с председателем Федерации такая история вышла примерно похожая на ситуацию 2020 года в Беларуси в целом в стране. То есть, когда по выборам есть вопросы. Да, на самом деле, нет, голоса считались честно, и все было нормально, но производилось давление на делегатов.
с целью голосования за нужного кандидата. То есть это все знают, как бы, я думаю, даже он знает сам, что, скажем, при честных выборах, при нормальном, скажем, выборном процессе он бы не был президентом Федерации. Просто, ну, идет такая у нас политика, в тот момент шла, что на все спортивные федерации ставили максимально лояльных людей. Основная задача которых будет не развитие спорта, а продвижение идеологии. Вот и все. Контроль. А? Контроль. Да, контроль. И я думаю, что, ну, я уверен даже в этом, что не последнюю роль в всей ситуации с клубом и со мной лично сыграл этот человек и его, скажем так, приближенные. Потому что все процессы очень сильно активировались после выборов председателя. Буквально в течение пары дней. Вот. Но на конференции я был делегатом тоже. Я был делегатом. И я, ну, открыто выступил против них в присутствии министра спорта, в присутствии замминистра спорта. Не понравился очень мой внешний вид. Там, это информация из кулуаров тоже. То есть мой внешний вид – это строгий костюм и под ним национальная белорусская вышиванка. То есть, как мне передали, что люди были в бешенстве. То есть, ну, вы можете представить уже, да, если на стене висит Путин, а национальная одежда страны приводит к бешенству, то ничего белорусского там нету, на самом деле, кроме названия. То есть, ну, они, так как они видят Беларусь, это такой неосовок, маленький неосоветский союз. И это во всем проявляется, начиная от символики, заканчивая отношением ко всему белорусскому, к культуре, к языку, к одежде. То есть, ну, ни от кого из этих людей никогда никто не слышал белорусского слова. Даже если к ним обращаются по-белорусски в соцсетях, либо вживую, они отвечают всегда только по-русски. То есть это их принципиальная позиция. То есть, опять же, ну, я не против русскоговорящих. Я не против русскоговорящих, но будучи чиновником страны, выучить два слова «дякуй» и «калиласка» и «привитание» на национальном языке этой страны и при случае их употреблять, когда к тебе обращаются на языке. Более того, у нас, по-моему, даже в законе прописано, что у нас два государственных языка, русский и белорусский, но при обращении к чиновнику на белорусском, он обязан отвечать на белорусском. То есть, ну, люди сознательно нарушают закон этот. И, ну, это их позиция такая, то есть, скажем так. А что касается, ну, должности этого человека как председателя федерации или вообще управления чем-либо, ну, мне сложно представить, как человеку, у которого на стене висит такой портрет, будет кто-то жать руку на каких-то мероприятиях ВКФ. Допустим, что все баны с Беларуси снимут, и он поедет куда-то. Вот мені сложно представить, як він буде общатися там просто з кем-то. Вони не розуміють одну річ, що це буде ненависть на руки. Причому до них особисто і взагалі я навіть не уявляю, як можуть навіть зустрітись зараз спортсмени на татамі і так далі. Тобто для мене це, ну, я не розумію тих всіх ситуацій. Скажи мені, от ситуація з тим, що, ну, 100% це як мінімум пару років російські і білоруські спортсмени, расистські, перепрошую, білоруські спортсмени, не зможуть виступати на змаганнях, ну, офіційних, тобто, ну, в них там серйозні там змагання, от я знаю, в них там Кубок Дружби буде. В мене це, як 2 квітня день народження, і 2 квітня у вас велике свято, вас не з нас, в них велике свято там об'єднання Росії, Білорусі, да, там якісь там в них там супер це яке. Хоча я того взагалі не розумію. Ну от припустимо, да, в них тепер Кубок Дружби, там Білорусі, Росія, в них ще 2 непризнані республіки ДНР, ЛНР додаються туди. Ну ж, як на мене, то шикарні чемпіонати будуть виходити. Я просто не розумію, яке в них майбутнє далі. И взяли нашу... Ну, я тоже не могу увидеть их будущее, да, просто, ну, я могу прогнозировать примерно. Они еще почему-то, понимаете, такая позиция, что у нас постоянно сейчас, вот когда случилась эта ситуация, руководство пытается сделать, ну, это генеральная линия вообще в целом по стране и в карате тоже, что все хорошо, у нас все хорошо, это даже лучше.
Это даже лучше. У нас теперь будет свой чемпионат мира, русского мира. У нас, но я вот не знаю, они почему-то всем внушают, что будут проходить турниры, в которые будет принимать участие Беларусь, Россия, почему-то Китай и Бразилия. То есть я не понимаю принцип этот. Ну, почему они взяли эти две страны? Ну, наверное, потому что Беларусь, Россия, ДНР, ЛНР – это очень жестко звучит даже для них. Вот. Но и китайцы, я думаю, сильно удивятся. Я вообще не понимаю, для чего им это. Если они могут выступать спокойно на чемпионатах Азии, например, лигах, сериях А, и зачем им выступать на чемпионате русского мира? И тем более Бразилия. Это Дуглас Брос приедет в Минск выступать, что ли, на чемпионат русского мира? Ну, это смешно просто. Вот. Но о чем говорить? О чем говорить, Антон? На полном серьезе, ну, я тебе скажу, ты не поверишь, и слушатели не поверят. Ну, у меня есть скрины просто этой переписки. Есть чат «Карате в Беларуси» в Вайбере. Руководство нашей федерации на полном серьезе считает, что премьер-лига и серия А – это неофициальные турниры ВКФ. То есть это неофициальные турниры, на которых можно заработать рейтинг официальный, и через которые влияют на отбор на юношеские, а также молодежные лиги. То есть это все неофициальные турниры. Вот. И люди, которые управляют сейчас федерацией, они это на полном серьезе, они так думают, действительно. Вот. Поэтому сейчас они, да, говорят, что у нас будут свои турниры, мы будем ездить в Россию. Не вижу там будущего в плане спорта. То есть если останется это руководство, если останется в целом руководство в стране, то, в принципе, ни в одной сфере там нету будущего. Ну и в спорте тоже. Вот. Поэтому перспективы, я думаю, у них не радужные. Но в плане, опять же, смотри, какие они цели себе ставят. Я не знаю этих людей. То есть, если у них цель ездить там на Кубок Кузбасса, там, в Пензу на соревнования, там, или в Липецк, в Москву, тогда у них все нормально. Вот. С точки зрения, ну, всего остального, нормального спорта. Но его не будет, конечно же. Вот, я думаю, что какая-то часть спортсменов будет уезжать. Но опять же, тех спортсменов, которые не проявили никак свою позицию и, скажем так, молчаливо поддерживали, я не знаю, как будут принимать. Но, честно говоря, я вот этим людям, которые там, понимаешь, они же еще, что касается тренерского штаба, там же многие люди участвовали вот в этих видеоконференциях с ВКФ, где они на полном серьезе утверждали, что Беларусь является миротворцем. Официально Беларусь сейчас в этом конфликте является миротворцем. То есть в Украину летят миротворческие ракеты и заходят миротворческие там войска из Беларуси. Вот, что... И это люди, которые буквально пару месяцев назад были у вас в Украине, приезжали со своими спортсменами, пользовались гостеприимством вашим, и они сейчас сидят, ну, я просто не знаю, как, мне сложно, я пытаюсь вот встать на их место, и у меня не получается. Я не могу себе это представить, вот такое поведение. Я никому из них не подам руки. Ну, я думаю, они мне тоже, наверное. Ну, как бы не сильно-то хотелось. Вот, я... Ничего не забудут в том плане. Я не хочу иметь ничего с ними общего. Вообще ничего. То есть я, допустим, мы представим ситуацию, что как-то все закончилось, всех разбанили, я вернулся. Я не смогу с ними в одном зале, допустим, со сборной работать. Я не смогу с ними... что-то делать вместе. Вот. Максимум на соревнованиях, если мы... Ну, то есть раньше я думал, до войны, да, когда я выехал, уже стало понятно, что это надолго, что мы где-то встретимся на международных соревнованиях, я просто буду их стебать. Ну, прикалываться с них и ржать. Вот. Но сейчас я, наверное, просто буду их игнорить. Ну, они будут для меня пустым местом, если я где-то их встречу. Вот, если они попробуют со мной как-то обратиться ко мне, то, ну, я не знаю даже, что будет, какая-то агрессия, наверное. Вот, ну, короче, вот такое отношение. И к спортсменам тоже. Многие это делают за деньги, да, те, кто находится на ставках, да. Вот, но, я не знаю, не все вещи можно делать за деньги, да.
То есть все люди разные, кто-то более мелкотельный, кто-то менее. К спортсменам такое же отношение, которое сейчас. То, что у них нету будущего, это их полностью заслуга, то есть это справедливо. То есть такой один человек сказал тоже неоднозначно такую фразу. То есть я не поддерживаю этого человека, но фраза правильная. Дебилы должны жить плохо, это справедливо. То есть все. Ну да, і людей теж визначає цілі, які вони перед собою ставлять. Це теж правда. Слухай, розкажи, а хто зараз головний тренер в РБ? Ну, слушай, для мене це вже не так важливо, я не слежу, я запутався в цих должностях. Тобто там є головний тренер, старший тренер, ще какой-то там тренер. А Барановський куди? А Барановський куди дівся? Барановський, Павел? Ну, скажем так, я не знаю, куди він дівся. Ну, с радаров он пропал. Скажем, я не буду никак характеризовать его. Ну, проблема у него. Ой, скажем так, сейчас его нигде нету. И в какой-то ярой поддержке вот этой ситуации с войной, участие в каких-то конференциях или мероприятиях, он замечен не был сейчас. То есть я не знаю, на самом деле, где он. Мне кажется, у него проблемы просто в жизни, поэтому он отошел куда-то на второй план. Часто були проблеми в житті. Дивися, а от, ну, насправді багато людей дуже мені писало там і з РБ, і з Рашистського краю. Багато писало мені там, скажімо, як ви, що ви. Ну, дійсно, видно, що люди переживають. Ну, але багато хто язик в одне місце запхав, так що тут даже... А, ну, понимаєш, Антон, одно діло – це написати, от, скажімо так, ти такий чоловік достатньо авторитетний в мірі карате, да? Тобто написати тобі і показати, що я, типу, з вами. А там никак это не проявить. Что касается Белоруссии, там, ну, мне тоже скажут, вот такой герой, да, ты там сидишь в Польше и тут призываешь всех на баррикады, да. Ну, скажем, когда я был в Беларуси, я, в принципе, оказался в Польше, потому что я не молчал в Беларуси. И у меня за 20-й год 6 административных задержаний, там, ликвидация клуба и так далее. Я подписал письмо спортсменов. А вот это вот у нас в 2020 году были письма от представителей, там, допустим, письмо врачей, письмо юриста, письмо спортсменов за новые выборы, за против насилия, вот этого, которое было. То есть высказывали себя гражданской позиции. То есть я не молчал и в Беларуси. Вот. И сейчас, если бы я находился в Беларуси, письмо против войны я бы точно подписал. Вот. Много кто мне тоже писал. Когда я стал собирать вот эти подписи за, ну, это письмо направлять в ВКФ, мне писали, что да, Виталя, правильно, да мы так, блин, да украинцы, как мы переживаем. Потом часть этих людей уже убрала антивоенные все картинки из соцсетей и постит фоточки с нашим председателем, которые писали тоже против войны. А, я и те же самые люди, они тоже ездили в Украину на сборы. Ну, я не знаю, как это просто работает. Вот, но, так, знаешь, как бы такая позиция и нашим, и вашим, да. То есть, вроде тут они тебе написали, что мы за вас переживаем, а там они похлопают, когда им скажут, что Беларусь миротворец, там, или Россия проводит денацификацию, там, спасает украинцев от фашистов. Вот, и никак это не. Ну, не будут молчаливо поддерживать, скажем так, а может и не молчаливо, потому что после моего письма с опозданием там недели в две они написали свое письмо, уже противоположное, что требуем отменить санкции, мы на самом деле несправедливые санкции, мы миротворцы на самом деле, вот, и заставляли, ну, тренеров подписываться там. Я не знаю даже, кто подписался, они не обнародовали список свой. Мы свой список тоже не обнародовали, потому что там люди, ну, это было мое решение, потому что там люди все, кроме меня, они находятся в Беларуси. Мы его, ну, и к ним бы по-любому были применены репрессии. Допустим, если бы я был сам в Беларуси, я бы, ну, по мне было понятно, что я его подписал в любом случае, потому что я был главным инициатором, я его запостил везде в соцсетях. Вот, но мы список фамилий направили в ВКФ, то есть там в курсе про этих людей. Вот, но когда я собирал подписи,
Я говорил, что это будет публично. И те, кто проявил смелость, там были люди, есть люди, которые в государственных спортшколах работают. Это для них, ну, как минимум лишение работы. Да, и они подписались под этим письмом. Те люди, которые подписали альтернативное письмо, скажем так, письмо властей, то есть они, ну, не обнародовали себя никак, хотя они там находятся в безопасности абсолютно. То есть они боятся, я думаю, международного какого-то осуждения. Вот. Но я думаю, мы узнаем, кто его подписал. То есть, ну, в принципе, я могу сказать уже по многим, что они подписали, те, которые сейчас фотографируются с председателем там на сборах, у них там идеологические беседы разные проходят, где им объясняют, почему Кубок Дружбы лучше чемпионата мира, вот, и почему это не война, а спецоперация, а Беларусь миротворит. То есть это не шутка, то есть у нас сейчас каждое спортивное мероприятие – это идеологический, скажем так, идеологическое мероприятие в первую очередь. То есть всем в руки дать флажок, обязательно подчеркнуть, кому мы обязаны всем тем, что у нас проходят соревнования, кому мы обязаны всем. Да, и ну, реально приезжает руководство федерации и на сбор к спортсменам и рассказывает вот такие вещи, почему Кубок Дружбы лучше Кубка Мира и что... спецоперация и так далее, ну, то, что я говорю. Ну, да. То есть это не, скажем, это не какие-то не привлечения, оно так и есть на самом деле. То есть это я просто рассказываю, что происходит. Вот. И, да. Ну, опять же, вот возвращаясь к моей персоне, это все дошло до такого, ну, почему я понял, что я правильно сделал, да, что, ну, это вот все дошло до такого степени, что абсолютно никак органически я не мог там быть. Ну, просто находиться даже в таком, на соревнованиях вот таких, понимаете, то есть, в принципе, для этого это, и они понимали это, и для этого со мной очень быстро, оперативно разобрались, буквально там, ну, сразу после прихода к власти, вот, имею в виду сразу после прихода к власти в карате, сразу после выбора, вот, ну и, в принципе, хорошо, что так получилось. Віталік, я тобі чесно скажу, от тепер у нас війна в Україні. Я тобі скажу, що в кожного свій фронт. Да? Саме основне, щоб ідейно люди займалися чітко своєю роботою і допомагали. Я розумію, о чому ти говориш, і я з тобою согласен. Тобто, нужна вузька спеціалізація. Тобто, якщо ти воїн, то ти воїн професіональний. Как и в спорте, как и в спорте. Да, если ты организатор, то ты организатор. То есть это у меня, понимаешь, ну, я такой немножко эмоциональный чел, как начали бомбить Украину, я там чуть не хотел все бросить и поехать. Но там у меня как бы там травма ноги, да, ты знаешь, то есть там с бронежилетом и с автоматом там особо не побегаешь. Хотя сейчас я реабилитируюсь, тут, ну, как бы у меня сейчас намного лучше, вот когда увидимся, ты увидишь. Вот, и... Может быть, ты меня увидишь еще на татами даже. Вот. Но планы такие, возможно, есть. Вот. Ну, будем видеть, будем видеть. Тут я согласен, у каждого свой фронт. И я буду там, где я буду полезен. Белорусскому народу, белорусскому карате и вообще добру. Ну, тому, что я считаю справедливым. Потому что, ну, та война, которая идет у вас, я к этому отношусь как, ну, это для вас это Великая Отечественная война, то есть это справедливая, это война за Родину, война за справедливость. И понимаешь, почему-то много белорусов сейчас, почему много белорусов воюют за Украину? Потому что для нас это тоже война, она касается нас напрямую, потому что в 2020 году наша власть, она удержалась только благодаря поддержке России, благодаря поддержке Путина. Если не будет Путина, то и Беларусь станет свободной. Вот. Поэтому и большая работа делается тут белорусами, и диаспорой белорусской. Там, допустим, где там чешская диаспора, американская диаспора, польская диаспора. То есть кто-то помогает беженцам, кто-то донатит, кто-то закупает там тоже те же самые оборудования для добровольцев. Там вот чешская диаспора, это то, что я знаю, там они
на сотни тысяч долларов для белорусских добровольцев закупили там бронежилетов, ну, все, что нужно, каски и так далее. Вот, то есть, скажем так, тому белорусу, который переживает и действительно любит Беларусь, как бы это его война тоже, это его война тоже. Да. Вот, поэтому мы это так и восприняли, все, и поэтому столько людей, вот, ну, скажем, да, с нашей оккупированной территории летят ракеты и заходят танки, да, российские. Вот, да, там какие-то, ну, люди их поддерживают. Да. Ну, кто-то же обслуживает эти танки, кто-то обслуживает эти аэродромы, да, но, скажем так, сам народ это показатель, что люди-то едут воевать за Украину. И многие погибли уже. И воюют люди, у которых тоже и семьи, и дети как бы остались. Вот, то есть основная масса, конечно, это, ну, те, кто свободный, да, то есть, допустим, вот мне сейчас тоже сложно бросить все и поехать, да, там, имея троих детей, жену, которые оказались в чужой стране, здесь без документов пока что, понимаешь, ну, как бы, а, ну, вот, те люди, которые свободны, там, многие, вот, ну, бросили все и поехали, то есть, там очень много сейчас белорусов, поэтому... Я считаю, что вот эти вот действия все, действия белорусской диаспоры и действия вот этих людей, ну и мои в какой-то мере, они показывают, что мы все-таки мы реально братские народы. И, скажем, в семье не без урода, да? Знаешь, я думаю, в Украине были люди, которые ждали русские танки. То есть и ставили метки там, и сотрудничали. И сотрудничали с оккупантами. Как бы такие же есть и у нас. Но... основная масса людей и основная масса активных людей, они понимают, на чьей стороне как бы надо быть в этом конфликте. Вот. Не в этом конфликте, а в этой войне. Потому что это как, выбирают такие слова, вот у нас в пропаганде любят там кризис, конфликт, спецоперация, там, нестабильность. То есть надо называть вещи своими именами. То есть это война и... Да, це війна і це велика вітчизняна війна, це дуже правильно. Да. Віталік, дуже коротко, два останніх питання. Перше, які в тебе плани на майбутні 2-3 роки? Скажімо так, 3 января 22-го года утром я проснулся і не знав, що ночью я буду вже в Польщі. У мене зовсім по-другому були плани 23 февраля, як вони пішли після 24-го. Поэтому я боюсь уже строить планы. То есть я скажу, повторю то, что я сказал. То есть я буду там, где я буду полезен белорусскому народу, белорусскому карате, ну, тому, что я считаю справедливым. Вот, а где это будет, я не знаю. Поэтому не строю пока таких, не строю далеких планов. И, Виталик, останнее запитание. Украина переможет? Вариантов нету никаких других. То есть сомнений в этом нету вообще. То есть, ну, это, по-моему, очевидно всем, кто чуть-чуть умеет анализировать и видеть ситуацию. Да. Единственное, что возможно, уже много жертв, да, уже много людей погибло с нашей стороны, со стороны Украины, со стороны белорусов, которые воюют. Вот, много погибло мирного населения. Возможно, что будет еще много жертв. Но победа Украины – это не вопрос даже. Я считаю, что шансов другой стороны победить, они равны нулю. Они равны нулю там. Вот. Другой вопрос, что, скажем, зная опыт той стороны в предыдущих войнах, где они вели войну, да, в Ичкерии, в Сирии, я боюсь, что будут применены самые грязные методы, то есть химическое оружие, какие-то оружия массового уничтожения. Уже про это говорят в открытую, по-моему, в Мариуполе, там предлагают выкурить Азовстали с помощью химического оружия. И уже там, по-моему, вчера что-то было на эту тему, там что-то тестовое сбрасывали они с беспилотников. Вот, я боюсь, что будет вот это. Но вопрос победы Украины, он не подлежит сомнению. По моему мнению. Опять же, я не какой-то военный эксперт, там, но
Так вот, как я вижу, я не понимаю, как можно победить народ, который сражается на своей земле и понимает это, и сражается с захватчиком. При этом имеет поддержку, возможно, не такую, как бы хотелось, но поддержку всего мира практически. Там моральную, а поддержку оружием, поддержку ресурсами. То есть я не представляю. Даже если они оккупируют каким-то чудом какой-то кусок Украины большой, как они смогут его удерживать? То есть я не могу понять этого. То есть я, мне как я вижу, что эта война приведет к развалу России просто и все. То есть своими же руками они это сделают. Виталик, я дуже дякую тобі, по-перше, за твою громадянську позицію, за підтримку України. Передавай велике вітання тим нашим братям-полякам, які дійсно браття, які нам допомагають, яких ти зараз знаходишся там. І я бажаю, перш за все, тобі сили духу, і щоб дійсно, я думаю, що перемога однозначно буде за нами. Тому побачимося на міжнародних стартах. І все тобі найкраще. Дякую. Да, также в свою очередь хочу поблагодарить за эту возможность, потому что это для меня тоже было важно донести свою позицию, донести позицию, скажем, какой-то части здоровой белорусского карате, потому что это посмотрят, ну, как ты сказал, украинцы, это посмотрят русские, да, то есть, потому что, скажем, читая в каком-то ракурсе там определенных людей просматривая соцсети, может сложиться впечатление другое. Да, вот, и как бы прослушав это интервью, я думаю, многие смогут лучше узнать там как бы белорусскую ситуацию, понять белорусов, понять вообще эту всю ситуацию, которая Беларусь, Украина, карате, и, ну, скажем, опять же, это ложится в концепцию моих планов, то есть быть полезным, быть на стороне добра, и ты мне помог в этом, поэтому спасибо тебе, конечно, увидимся на международных соревнованиях. И просто увидимся. Живи Беларусь, слава Украине. Слава Украине, героям слава.